Может быть, по двум позициям были какие-то разговоры. Либо Маскерано, либо Матьё. В центре защиты либо Ракитич, либо Рафини. Но Матьё не может играть, у него Но еще одна интрига. Аргентинский быстренько вам называю. Константин Генич, осталось представить только судейскую бригаду. Момент! Падение Суареса! И это все было рядом, буквально на расстоянии вытянутой руки от помощника. Ассистента Николы Риццоли. Ни одного матча у Месси нету. Луис Энрике, что творит Месси? Что творит Месси? Хотя бывают и казусы, как, например, атака Барселоны. Момент Суареса. Суарес бьет низ. Удар попадает Пике. А вот теперь Пике играет удачно. Нет, все-таки в центре мяч получил. Пытался сделать заброс. Это от Иньесты, но все-таки теряет равновесие. Пике, передача Левандовски на своей. Мяч тут мешает и свои, и чужие. Месси. Передача не проходит. Тут восхитительную игру показывает. Подача, удар головой Левандовски. Суарес! Нор! Нойер! 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 Кричат все болельщики. Пробил так неудачно, что Нойер на свою команду выручил. Суарес! Суарес! Прострел! И момент еще один у Барселоны. Неймар, да что ж такое, не везет каталонцам. Неймар в упор бьет и попадает. Просто на реакции реагировать какие на эти... Снова прострел! Левандовский! И момент какой у Баварии! Левандовский! Глубже в оборону играет слева. Барселона у... Баварии. Месси. Все время поднята вверх голова. Все прекрасно видит. Месси. Не называя имен футболистов, только фамилии. Ну вот и пути убрал. Альба. Удар. Уба. Здесь уже 4 игрока против Месси. Но это Месси никогда не смущало. Вот удар в дальний угол. Месси или это все-таки был прострел? С комментаторской позиции показалось, что это все-таки удар. Лам. Передача в центр. Мюллер. Подкат. Поторопился Риццоли, поторопился с этим свистком. Подкат Маскерано. Нечисто он был на поводке. И там освободилась зона. Прострел. Буатенг. 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 Барселона. Месси разбегается. Очень. Ну, представляете, в Уругвае кто главная звезда? Конечно, твою нынешнюю форму Барселоны. Подача. Удар головой. Суарес. Пытается играть Дани Алвесу. Месси себе вперед. Идет на Рафинью. Альба падает. Вот сейчас игра более равная. Алькантара. Удар в дальний угол. Буатенг. Бернат. Какая ошибка. Ливеркузенскому Байеру. Уже бежать на пути игрока Баварии. А это фол. А это желтая карточка Хаби Алонсо. Хаби Алонсо получает предупреждение. Кидич. Мяч отбирают каталонцы. Месси. Перед ударом Месси. Удар Месси. Нойер прочитал. Как азбуку. Легко и непринужденно. Левандовский, как красиво развернулся. Мяч тяжелый. Ракитич нарушил правила на Хаби Алонсо. 1 фин, другой. Уходит от Берната. Месси уже в штрафной. Месси. Месси уходит от... Вообще гиперфон очень. На коротке Ракитич. Удар в ближний. Никто не может найти противоядие. Дани Алвес. Еще один момент. И снова хорош в ближнем бою. Подходы есть у Баварии к чужим воротам. Левандовский. Неймар. Суарес. Месси. Заметен, вот как будто услышал. Суарес. Дебют остался целиком полностью за... Левандовский. Момент у него может быть. Это желтая карточка в день рождения Дани Алвесу. Большой привет. Вам письмо. Пляши 90 градусов к этому мячу. Правой ногой будет перебрасывать мяч через стенку. Хаби Алонсо. Удар. Пенальти. Соперника Дани Алвес. Мчит. Ой, далеко от... В обороне Хавьер здорово насыщает середину, что вот эти обостряющие передачи не проходят. Побольше бы, наверное, надо Барселоне. Барселоны было впервые в истории. И по итогам этих сборов лучше. Пока Нойер во втором тайме больше скучает. Месси от Берната уходит, тот его придержал. И желтая карточка. Как мы знаем, все желтые карточки перед полуфиналом сгорают. Подача.
Опасно пытается бить Суареса. Месси с левой ноги будет. Нет, с левой нет, а с правой тоже. Правый фланг атакует Барселона. Месси, ну понятно, такие. Неймар линиями. Месси дальше на Неймара. Месси! Удар по центру! Поактивнее должен работать у Барселоны. Неймар. О, как прошел Неймар! Айден Нойер. Месси. Еще одна обратная передача. И выход один на один может получиться. Странно. Что пока. Ракитич. Неймар. Удар в дальний угол. Выше ворот. Ракитич сделал. И здесь Мюллер. Левандовский. Фол. Пике желтую карточку сейчас должен получить. Да. Вперед ногами. Понятно. Хаби Алонсо. Подать. Левый команд. Счет. И сколько минут сыграли команды в этом. Еще одна желтая карточка. И ее получает Неймар. Ну, раздухарился. Смещение в середину. Будет удар. Алькантра. Удар. Рикошет. Опасно. Атака. Мюллер на Левандо. Передвигаться. Передача на Левандо. Здорово. Месси. Удар. Месси. Гол! Заброс. Нет. Не стал я кричать. Но требует смотреть. Месси. Месси. Продолжает атаковать Барселона. Месси смещается в середину. Выход один на один. Суарес. Можно за это? Нет. Против Буатенга. Месси посадил. И 2-0. 2-0. Это космос. Это фантастика. Что он делает? Летнее андалусийское солнце. В отборе еще Ракитич, когда сделал пас, удар. Не имеете права, дорогие друзья, пропустить. Это будет интересно. Первых полуфинальных матчей. Еще раз повтор гола. Пусть банально, но... Подача. Но... Кончить Неймар! 3-0! Второй тайм. Здесь во многом предопределил исход, возможно, этого противостояния. В первом Барселоне...